Посмотрим сначала небольшое видео о продукции, скажем так, что можно на ней делать, что, как пациенты ее используют, какие возможности она дает. Почему именно карбон? Почему не титан, да, чтобы стопа была, там, например, суперпрочной, или не чугун, да, чтобы она не ломалась, или не пластмасса, чтобы она была гибкой, да, и легкой? Почему именно карбон? Почему самая лучшая стопа считается карбоновой? Сегодня мы об этом поговорим. То есть, посмотрим на стопу, которая находится у меня в руках. Она называется сач, то есть самая простая стопа, которая ставят чаще всего первичником. Людям, которые только что перенесли ампутацию, да, чтобы их, так сказать, вертикализировать, да, соответственно, чтобы они научились стоять на протезе, да, и передвигаться на короткое расстояние, может быть, по квартире, там, да, делать первые шаги. Вот. Но, как вы видите сейчас, вот, стопа, она абсолютно так плохо гнется, скажем так, то есть такая достаточно дубовая, не амортизирует. Вот. И посмотрим карбоновую стопу, да, как она прекрасно амортизирует, то есть гнется, и какая она, скажем так, извиняюсь за шум, как она прекрасно возвращает энергию, скажем так. Кстати говоря, не все карбон, что похоже с виду на карбон, да, как это только появляются стопы в производстве, да, вообще на рынке, в Китае там и в других каких-то странах, мы, как всегда, покупаем обязательно эту стопу, и я их тестирую на себе. И очень часто попадаются стопы, которые вот визуально выглядят как карбон, то есть абсолютно, да, вот ну, смотришь, карбоновая стопа, вот, но вот ставишь на себя, она абсолютно не работает, то есть не просто как будто на куске металла ходит. Поэтому самый лучший вариант всегда – это попробовать. Кстати говоря, пользуясь случаем, опять же, приглашаю в наш учебно-тренировочный центр, да, где можно попробовать нашу продукцию, то есть стопы, коленки, да, и проконсультироваться.
по всем интересующим вас вопросам. По вопросам с удовольствием ответим. Контакты указаны будут у нас на сайте, да, можете посмотреть, либо будут периодически всплывать трансляции. Этапа, не скрою, которая относится к категории моих любимых, то есть это практически моя самая любимая стопа, называется Highlander, в переводе «Горец». Вот так вот она, так она выглядит, то есть профиль очень похож на спортивную стопу, если вы посмотрите, да, кто-то видел спортивные стопы. Для, как раз рекомендуется для пациентов с бедром. Честно, вот признаюсь, я бы эти стопы вообще всем ставил. Не только с бедром, да, но и с голенью. Маленькая монтажная высота, то есть позволяет поставить ее практически, да, там, в любой протез, на любую культю, а не только там, да, на короткую, либо среднюю. Ну, и достаточно длинную, скажем так. Вот. Что еще? Полноразмерная подошва, разделенный носок и пятка. Повторюсь, ставил бы ее вообще всем. Сам хожу на гидравлике, но если бы не было возможности поставить себе гидравлик, поставил бы уже Highlander. Вот, кстати говоря, у меня один товарищ есть из протезистов, привет Белгороду, который точно считает точно так же, который сам ходит на бедре, да, а на этой стопе. Тоже ставит ее массово. И на голень, на бедро. Присутствовал сам, когда на тест-драйве, да, вот поставили мою стопу попробовать, как изменилась его походка. Игорь, привет. Уверен, ты смотришь нашу трансляцию. Вот. Привет всем ребятам. Посмотрим, как изменилась походка человека, да, как он ходит вот, с японским коленным модулем на видео. Ну, такая работа стопы. Стопа, повторюсь, не только для ампутации бедра, там, бедра, да, но и прекрасно подходит для пациента голени. Кстати, в последнее время, вот после видео, которое мы посмотрим в следующем, массово ставится парником из-за как раз монтажной высоты, из-за прекрасной отдачи энергии. То есть очень удобно ходить. Сразу же следующее видео посмотрим. Это пациент также из Белгорода, Андрей, вот на двух стопах Highlander. Проверяет работу стоп в танцах, скажем так. Андрей, привет, также если смотришь. Подпрыгнуть получится, Андрюх? О! Повторюсь, одна из моих любимых стоп. Штаничка новая. Считаю, что такого уровня стоп вообще, ну, из существующих единиц просто. Лучше всего, если есть возможность, приезжайте, попробуйте, просто сравните сами, да, своим независимым взглядом, оцените, почувствуйте. У нас для этого есть все необходимое, полный склад стоп, учебно-тренировочный центр в Москве, который находится на метро Орехово. Либо просто, если есть возможность, приглашайте в гости на тест-драйвы, обязательно приедем в ваш город. Всем привет, друзья! Сегодня с вами мастерская Antares Fit, я Сергей Крылов, и у нас в гостях Александр Курдюков. Здравствуйте. Мы продолжаем нашу передачу «Протезы на прокачку» с Александром Курдюковым. Александр Курдюков – это блогер, который рассказывает о жизни инвалида. Вы можете посмотреть его выпуски по ссылке под этим видео. Вот, очень интересно рассказывает про то, как живется инвалиду-парнику. И напомню то, что мы тестируем наши карбоновые стопы, поставляемые компанией Antares. И сегодня у нас, так сказать, одна из самых классных стоп, существующих, на мой взгляд, на которой я хожу ежедневно и постоянно. Стопа под названием Kintera, гидравлическая стопа. И чем же она так хороша? Да? То есть она работает практически как здоровый сустав человека, то есть гнется, да, вот если посмотреть. То есть... Зачем это нужно, да? Вот сейчас продемонстрирую заодно, как она работает. Вот. То есть видно, да, то, что меняется. Да, угол. То есть, по сути, еще один рабочий сустав. Зачем это нужно? То есть, да, самое главное в том, что она позволяет ходить дольше и... А на более длительное расстояние, снижая нагрузку на гильзу, за счет того, что она подвижная. Можно ходить по разным рельефам местности. Вверх по склону, вниз по склону, опять же, снижает нагрузку на гильзу. Посмотрим на видео, как это выглядит.
Надеюсь, вам понравилось. Послушаем, что нам расскажет Александр, который ее тестировал. Да, ну у меня мало времени для теста было, поэтому как бы много не скажу. Все, что сказал Сергей, да. Нисе мне вот очень нравится то, что она, стопа подстраивается, то есть с каблука сразу можно идти, снял обувь и пошел. То есть дома очень удобно, да, потому что мне дома, в общем, у меня сделано под каблук, допустим, ну, основные, как бы, ну, после стопы. И снимаешь ботинки, приходится их там мыть, допустим, или другие ботинки одевать. Все это неудобно, все действие. А здесь снял ботинки и пошел, вот что, очень, как бы, прекрасно, вообще здорово, мне нравится. Вот, и то, что она, как бы, довольно-таки мягкая, то есть, ну, ощущение, ну, я вот хочу сравнить, как, ну, как потребитель, да, то есть стопа Кентера, она как по функционалу, да, то есть, как, допустим, вот в коленных модулях, там, Алюкс и Плие для, по сравнению с другими коленными модулями, скажем так, да, то есть, такая высокофункциональная стопа, вот. Ну, вот, наверное, и все, что довольно удобная, то есть, функциональная стопа. Я был бы, как бы, ну, не то, что там, наверное, счастлив, что у меня было такие стопы. Спасибо большое. Кстати, посмотрим еще один ролик, как стопа Кентера работает с коленкой Плие. Коленка Плие, колено модуль, Плие 3.0 и стопа Кентера. То есть посмотрим, как они работают в связке. Желаем всем отличное настроение. Всем пока и большое спасибо за внимание. Всего доброго.